Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать системы GCASA, урок номер 36. Ранее мы с вами создавали валюты и разбирались, как это устроено. Пришло время вывести переключатель валют на фронтальную часть сайта, чтобы пользователю было удобно переключаться между интересующей его валютой, той валютой, которую ему было бы удобно оплачивать товары с вашего магазина. Давайте такой модуль установим. В админке нашего сайта мы переходим с вами инструменты, расширение, как обычно. Прокручиваем чуть ниже. Кликаем здесь на кнопку M, чтобы отсортировать модули. Находим данный модуль вот здесь. Нажимаем «Установить». Установка у меня успешно завершена. Переходим в расширение модули. Так как валюту мы с вами уже сделали, нам лишь осталось настроить модуль. Вот он у меня здесь. Кликаем по нему, сразу его включаем. Заголовок я скрою, позиция я выбираю. Позиция 0 сверху. Вид списка, обычный список, выпадающий список, список Bootstrap. Здесь можно просто поиграться, посмотреть, как лучше будет смотреться. Я выберу список Bootstrap. Вступительный текст, заключительный текст. Ну, если интересно, можно написать. Поле для ввода текста поддерживает HTML. Я это ничего не заполняю. Привязка выбираю на всех страницах. И, в принципе, больше ничего мы здесь не трогаем. Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт, обновляем страницу. Переключатель у нас с вами выскакивает. И на Bootstrap у нас с вами не работает. Я кликаю «Не получается». Чтобы заработал Bootstrap, давайте установим бесплатный, полезный, специальный плагин. Данный плагин отключает Bootstrap 2 в Joomla. Я перетаскиваю плагин и устанавливаю. Перейду в плагин и проверим, что данный плагин у нас установлен. Вот данный плагин, он полезный, он вам пригодится. Данный плагин вы сможете скачать по ссылочке в описании под этим видео. Переходим, вот он, система настройка Joomla. Отключение неиспользуемых библиотек. Мы этот плагин включаем. Отключить Bootstrap ставим в положение «Да». Сохранить, закрыть. Переходим в расширение модули. Переключатель валют. Так, список Bootstrap сейчас. Идем на сайт, обновляем страницу. И, как вы видите, по клику теперь работают. Сейчас видим рубли. Давайте попробуем переключить гривны. Сообщение у нас всплывает. Валюта успешно изменена. Видим, что здесь стоит ГРН. Ну и также доллар. Ну и здесь есть и другие варианты, достаточно тоже интересные. Обычный список я выбираю, сохраняюсь. Иду на сайт, обновляюсь. Это будет показано, видите, вот так вот. Сразу все валюты видны. Рубль, то есть просто кликаем. И переключается у нас на рубль. Ну и так далее. И вот этот вариант тоже ничего так себе. Выпадающий список. Сохранить. Обновляемся. Ну вот такой вот списочек. Он тоже работает. Сообщение валют успешно изменено. И здесь знак доллара. На этом данный урок я заканчиваю. Если для вас эта информация была полезна, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании под этим видео. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат.
Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.